Какие они, первые лица нижегородского бизнеса? Ответ на этот вопрос выясняли на первом вручении премии Chiefs Point. Инициатором выступило известное нижегородское деловое издание. Информационным партнером стал медиахолдинг «Время Н». Идея этого мероприятия, она подкупает тем, что мы возвращаемся в историю. Мы хотим знать людей, которые внесли очень значительный вклад в развитие нашей земли. Мы хотим знать сегодняшних героев. Мы решили дать предпринимателям право голосовать, выбирать из своих рядов лучших. Такого обычно не бывает. Обычно бывают некие экспертные сообщества, которые где-то там что-то голосуют и потом предлагают на гора уже готовые результаты. Голосование проходило в режиме реального времени. Участники отправляли смс с номером кандидатов. Выбирали лучших предпринимателей в 10 номинациях, охватывающих все сферы бизнеса. Например, услуги, финансы, промышленность, сельское хозяйство. Медиахолдингу «Время Н» выпала честь наградить директора зоопарка Лимпопо Владимира Геращикина. К сожалению, он лично присутствовать не смог. За него приз получил организатор премии Максим Сухоруков. Лимпопо – это то место, наш нижегородский зоопарк, где мы можем почувствовать себя немножко детьми, а значит стать немножко добрее, внимательнее и ближе друг к другу. А это самое важное, наверное. Да, Максим? Я считаю, да. В рамках премии деловое сообщество выбрало персону нижегородского бизнеса. Ей стала леди, руководитель предприятия «Хохламская роспись» Елена Краюшкина. Она открыла свой секрет, каким должен быть шеф года. В первую очередь очень активным и неугомонным. Он должен вести за собой всю команду. И когда команда подхватит вот этот ритм, в котором не хватает 20 часов суток, тогда уже и результаты у команды будут очень хорошими. Кстати, нижегородские бизнесмены выбрали и знаковую историческую личность города. Им стал купец Николай Бугров. В ближайшее время по инициативе организаторов премии ему будет воздвигнут памятник. Ведь только тот, кто помнит историю, достоин будущего.